4 ноября. С праздничком. День народного единства. Вот. Уже потеплело. Минус 6 мороза. Сегодня ночью на работе было минус 14. Сегодня обещают потепление, солнышко. Будет плюс 2, плюс 3. А я домой. Будем по магазину гулять. Молоко бабушке давай возьмем. Давай вон оттуда доставай молочка сейчас бабушке, хлеба. Да, вот этот пакетик бери. Да, давай мне его сюда. Я посмотрю этот. Ага, и дверку закрывай. Давай. Молодец, сейчас просверим. Давай. Оп, ага. Доставай. Так, а надо будет тогда... топленого шли молока пакетик взять. Давай, клади. Угу. И вон тот маленький пакетик молока достань топленого. Вот этот. Ага, давай, доставай. Чай-то будем чем-то белить. Ты не тот, наверное, взял. Сейчас, подожди. А что это ты взял? Что это ты? Какао такое. Какое? Молоко. Вот. А. Там надо молоко добавлять. Ага, все понятно. Так, все. Ага, это нас... Миша с Костей приехали. Хорошие дорожки нам сделали, да? Все, варежки хочешь отдать? Давай варежки. Собака пошла, ну. Хорошие дорожки нам сделали, да. Правда? Да. А, тебе одеть варежки? Да мы уже домой пришли. Где у нас Миша? Миша! Вместе далеко не уходи. Будем вместе шагать. Тебе тоже нравятся дороги наши? Давно вы у меня не были, да? Вон тут уже дорогов что понастроили каких. Дорогов. Ну, бабушка грамотей. Дорогов. Ну, так беленько. Вот эта березка, которая черненькая, это не березка, да? Вот. Кто у нас приехал? Кто приехал? Мальчишки. Мальчишки мои приехали. Ой, это ты в перчатках, что ли, у нас? Да, уже холодно. Мама нашла. Ну ладно, все. Это их были, а хорошо, все. Сейчас мы бабусеньку навестили и пойдем домой. Пойдемте, что ли? Встаньте вместе, так березки вас хоть сфотографирую на память, а то давно не виделись. Айда. Что у меня есть? Пельмени? Да, конечно, как же у бабушки не будет пельменей. Если внуки приехали, значит, пельмени обязательно, да? Хорошо, сейчас придем сварим. За ручку возьмитесь и шагайте вместе. Миша, ты как старший братик, возьми Костю за ручку. Да, возьми его за ручку, вот.
И как умные мальчики шагаете по сторонам. Смотрите, чтобы машины... Молодцы, нету? Молодцы. Шагаем домой. Вот, мои умные мальчишки, внучатки приехали. Сейчас утешат, пока я тут разговариваю. Бабушку подождите. Как же мы давно не встречались-то, да? За пельмешками. А то все, и мальчики болели, да? И мама болели, папа болели. Все так долго не приезжали. И бабулечка наша болела. Давайте, вот на вот тебе вилочку. Держи тебе вилочку. Давай, давай. Так они одинаковые, давай. Они же одинаковые. Накладывай себе, давай, пельмешки вам сейчас. Да, они одинаковые. Накладывайте, уже остыли вот немножко пельмешки, я потом горяченькие положу. Все, будем кушать, потом дальше будем играть. А то мы прям уже соскучились. Сколько мы, наверное, целый месяц, больше, наверное, не виделись, да? Целый месяц, наверное, все болели. Да, я болел, поэтому мы будем не ехать. Ты болел и не ехали, да, и бабушка. Да, и папочка ваш болел, ну и бабуся. Кушайте. Сейчас вам что, майонез, сметанку, кетчуп? Нет, сметанку. Сметанку, да, мои золотые. Сейчас все будет. С приятного аппетита. А бабулечу да? Не оттанку, да. Кушайте, бабулеча, кушайте, мои золотые. А сейчас. Ах, правильно. Вот как мы дружно высыпали конструктор, да? В который еще бабушка играла. Да. Не твоя, я играла, я же ваша бабушка. Вот, я ваша бабушка, и теперь вот мои внуки, мы нашли вот тут конструктор в закоулочках у прабабушки, да? И вот, мальчишки будут что-нибудь строить. Я, правда, не знаю, я не помню, что и что-то можно строить из этого. Ну, что-нибудь построите. Да, ну, в мешочек сложим, в сад возьмем, там пригодится, да? В саду поиграете. А мы еще тоже хотим. Ага, ну и сейчас играйте, ради бога, пожалуйста, и играйте, да, Константин? Дай быть. Кто приехал? Вот там понасыпали мы сколько игрушечек-то. Вот мы сейчас будем, вот у нас тут раздолье-то, вот. Высыпай, играй, не хочу. Вот это мелочи вы привезли. Это, посмотрите, сколько дети наели киндеров. Это же вот это все, господи, у вас зубы-то целые. Это столько игрушек. Целые зубы? Ну, ладно, хорошо. В порядке зубы, да? Ну-ка, покажите зубы. У кого зубы в порядке? Вы по одной ели? Нет. Это, ну, молодцы, ладно. Не злоупотребляли, да? Понятно. Вот видишь, как хорошо. Бабушкин конструктор пригодился. Смотри-ка, что сейчас мы построим что-нибудь. Строите, мальчики, строите. Молодцы. Ну, вот как здорово-то занятия нашли. Машину мальчишки у меня тут собирают. И колеса мы нашли, и болтики, винтики всякие. Сейчас они машину соберут. А теперь мы порисуем перед сном. Да, и будем укладываться спать. Плацкарт расстелили. Подушки накидали. Сейчас будем ложиться спать. Всем пока. Так. А еще мы купили какого-то динозавра, да? Сначала лунтика собирать, и еще какого-то динозавра вот они высыпали. Покажи там на коробочке, что там. Вот какую-то вот фигнюшечку купили. Мелкую-мелкую, чтобы потом бабушке пятки, наверное, она впивалась, да? Да. Да, конечно. Как же без этого-то? Вот как поиграете здесь, обязательно все это аккуратно в коробочку берете, ясно? Динозавра, когда мы ее построим. Да, вот построите динозавра, если и все мелкие запчасти уберете. Я буду голову собирать.
собирайте голову, ноги, лишь бы только бабушке в пятки не впивалась. Где ноги? Уже, ой, я не вижу ногу. А, вот ты уже... Угу, все понятно, ноги по инструкции, вот как там тут. Бабушка от этого далека. Вы-то соображаете больше, малыши. Давайте, собирайте по инструкции. Вот какого динозаврика собрали, да? Да. По той инструкции. А Костя... Я ее назову Дина. Дина назовешь? Да. Ну, хорошо. А Константин у нас на море собирается, да? Он уже в маске, он уже готов. И на морюшко. Все, айдайте, мама, папа, приехали, пойдемте собираться. Пока-пока. Все, пока-пока. Все. Отпраздновали, все свои игрушки забрали. Ну все, когда еще приедете-то? Завтра. Завтра? Молодцы. Завтра. Давайте, до свидания. Завтра. Мальчики, завтра мне на работу, уже попозже. Привет, все, пока-пока-пока. Все, нагостились мои ребятишки, поехали. Целый багажник игрушек загрузили. Все. Эх, Константин сюда шагает на свое место. Ну все, всем до свидания. Выходные закончились. Завтра на работу.